Твид – это не просто шерстяная ткань определенной фактуры. Твид – это олицетворение целой эпохи. Это детективы Артура Конан Дойла и Агаты Кристи. Это культовые Битлз и традиционный английский твид ран. Это принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Здравствуйте, дорогие модницы! Наверняка вы слышали, что твидовые вещи выглядят старомодно или что одежду из твида трудно сочетать. Я собираюсь развеять эти и другие популярные мифы и рассказать о трендах наступающего сезона. Также я покажу вам свои бюджетные находки и варианты их комбинирования. Твид – это материал, из которого изготавливают свои модели модный дом Шанель. Разновидностей твида множество. Общим же для них является то, что все они производятся из 100% овечьей шерсти на фабриках Шотландии. Одежда из твида элегантная и статусная, и не подходит для повседневного использования. Изначально из твида производилась одежда для фермеров, а когда в 19 веке твид вошел в гардероб аристократов, то использовался для пошива спортивной одежды и костюмов для охоты. Вы можете создать с ним образ, полностью выдержанный в английской тематике, например, в стиле ретро, преппи или денди. А можете создать креативный дерзкий стрит-стайл образ или интегрировать твидовую вещь в свой повседневный комплект. Твид – это дорого. Оригинальная твидовая ткань – достаточно дорогое удовольствие. Но современные технологии позволяют создавать качественные бюджетные имитации, повторяющие свойства и внешний вид оригинала. Напоминаю, что ссылки на вещи, участвующие в ролике, вы найдете внизу под видео. Не забывайте подписываться на канал Ларидут, а в инстаграм-профиле Ларидут часто проводятся увлекательные конкурсы с интересными и полезными призами. Многие считают, что твид только для холодного времени года. Твид универсален. Существует множество облегченной вариаций этого материала, и сочетая твидовые шорты и юбку с рубашкой из хлопка или обычной базовой футболкой, вы получите стильный и небанальный летний образ. Можно дополнить летний образ в стиле casual модным акцентом, балетками или сумкой из твида. Твидовая одежда выглядит старомодно. Еще одно распространенное убеждение. Современный твид – это не только жакеты классического кроя и юбки-карандаш. Это бомберы оверсайз, жакеты сафари, юбки сложного асимметричного кроя. Новогодний персонаж Евгений Лукашин оказался не чужд трендом своего времени. Серый в елочку из Мосторга при ближайшем рассмотрении оказался ничем иным, как твидовым пиджаком. Некоторые считают, что твид – это скучно. В наступающем сезоне модные дома предлагают нам яркие, акцентные вещи из твида, неожиданные комбинации твида с гладкой кожей и шелком, органзой и мехом. Одежду из твида трудно сочетать, это еще один миф. Несмотря на то, что твид обладает рельефной фактурой, он, тем не менее, прекрасно сочетается с другими фактурными материалами, например, вельветом, денимом и вязаным полотном. Что касается цветовых сочетаний, то количество вариантов здесь практически не ограничено, благодаря большому числу разноцветных вкраплений на ткани. Твид сочетается практически с любым принтом – с геометрическим, абстрактным, цветочным и анималистическим. Единственное, чего стоит избегать – это сочетание с тропическими мотивами и с осторожностью относиться к этническим узорам. Существует мнение, что твидовые вещи полнят. Современный твид может выступать как в классическом исполнении, так и в усовершенствованном виде. Такой твид тоньше и легче, более эластичен и хорошо садится по фигуре. Какая обувь сочетается с одеждой из твида? Вспомните все английские названия, которые вы знаете. Дерби, лоферы, Челси, жокейские сапоги дадут классическое сочетание и сделают образ гармоничным. Грубые ботинки или кроссовки добавят дерзкую свежую нотку. В сочетании с лодочками получится элегантный комплект для офиса. А с балетками или туфельками Мэри Джейн – образ в стиле преппи. Не стоит комбинировать твид с кедами, откровенно пляжной обувью, унтами и луноходами. Надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно. Оценивайте его своими лайками и комментариями. Ссылки на вещи, участвующие в ролике, на инстаграм интернет-магазина Ларидут и на мой инстаграм внизу под видео. До свидания, до новых встреч!